Всем привет, друзья! С вами снова я, Шапка, вы на моем канале, и это последняя заключительная часть нашей рубрики, ну, точнее не рубрики, а инкубатора, как я кручу данный инкубатор. Ребят, второй ролик, где вторая часть, там, на него кинули страйк, собственно, да, и продержался он со страйком 2 дня, естественно, он просмотры не набрал. Жалко, к сожалению, так и есть, даже некоторый материал тоже пропал у меня, в общем, грустненько немножко, поэтому, ребят, давайте вот прямо сейчас поддержим меня максимально лайками, максимально комментариями, просто вот давайте вот просто заспамьте мне весь этот видос лайками и комментариями, просто вот чтобы за 2 видоса. Вот, честно, это, если вы так сделаете, это будет вообще максимально круто, поэтому, ребят, большая просьба к вам сделать это. Собственно, вот. Так, ну что, погнали тогда. Итак, ребятки, конкурс. Листаем самый низ. Где у нас там был конкурс? Это неделю назад он был, да? Листаем. Вот они, два конкурса. Вот этот вот мы уже провели. И в последнем видеоролике, где я открывал инкубатор, вот, собственно, сам конкурс. Так, берем. Копируем ссылочку. Нужно было написать хороший комментарий и айдишник свой обязательно. Вставляем. Рандомайзер. Мне повезет. Ребятки, не забывайте, что... Чтобы получить призы, нужно всего лишь досмотреть видеоролик до конца и сделать то, что я прошу. В принципе, я это часто разыгрываю, поэтому, ребятки, все очень-очень и очень просто. 30 секунд, на самом деле, очень много времени уходит на это. Но надеюсь, что по-быстрому все будет, и надеюсь, с первого раза там все выпадет. Типа, чувак, там хороший комментарий, айтишник будет сразу же, все будет великолепно. Так, смотрим. 20 секунд остается, ребят. 17 секунд, окей. Кстати, ребят, я тут вообще бомбила очень сильно в этом видосе, поэтому это, не обессудьте. У меня реально очко пригорало с этого инкубатора. Это просто была какая-то жесть, ребят. На самом деле, реально жесть. Итак, 3 секунды. 3 секунды. Ну? Ты топовый ютубер? Тащи так же. Стас, ты дурачок. Давай еще. О, айдишник, ник. Желаю развития на канале. Все, великолепно. Нур Мифтахов. А ты на меня подписан? Ты на меня подписан? Да, подписан на меня. Все, великолепно. Ребятки, он победил. Досмотрите видеоролик до конца, чтобы поучаствовать тоже в конкурсе. Ребятки, давайте. Ну и, собственно, ребят, мы начинаем тогда. Джекпотик, сразу же заходим на инкубатор. 7000 алмазов. Так, что мне надо выбить? У меня 11 жетонов. Ой, жетонов, чертежей. Прошу прощения. И еще 10 у меня для инкубатора камней. Собственно, мне сколько нужно, чтобы 2 забрать? Чтобы 2 забрать, мне еще нужно всего лишь 4 камня и все. Ну, неплохо, давайте погнали. Крутим. Итак. Надеюсь, что я уложусь за 2000 алмазов. Это будет нормально. О, изи. Просто изейшество. Это изи. Я тебя благодарю, игра. Я тебя люблю, игра. Изи, камень. Просто изи. Окей, погнали дальше. Так. Кстати, я вижу, как обновляется сразу же золото. Еще один чертеж бесполезный. Так, окей. Пока что падает такое себе, на самом деле. Чертеж. Ладно, так давайте вот больше не показывать, да, и крутим. Пожалуйста, давай, выпадай, мне еще только 3 камня нужно. Ну, 3 камня, по-братски, прошу тебя, по-братски, ну, по-братски. Ну, брат, братишка, брат, братан, братишка, ясно. Погнали дальше. Там крадбой меня приглашает зачем-то. Еще донабиваю всякой херни, ладно, пофигу. Пока что падает фигня, вот честно. Пожалуйста, мне всего лишь 3 камня нужны, и все. Я буду радоваться, у меня плюс еще 2, и все. Плюс 2 костюма, и я буду реально рад. Ясно. Когда просишь игру, чтобы она тебе помогла, она тебе ничем не может помочь. Лол. Ну давай, ну пожалуйста, ну, что за фигня? Что за фигня, я не понимаю. Ясно. Просто ясно. 5800 алмазов, мы только 1 камень выбили. Вы серьезно? Нет, вот мне в прошлый раз так пригорело очко, если честно, ребята. Вот посмотрите прошлое видео. У меня просто там сгорало очко. Я 10 тысяч алмазов потратил в прошлый раз.
Ну давай, ну 3 камня осталось, ну ты серьезно? Ну, есть, спасибо. Еще 2 камня, еще 2 камня. Давай вот еще раз. Окей, окей, ладно. Еще 2 камешка и все. Просто еще 2 камешка, и я буду доволен. Ну, почему ты не остановился там, где нужно? Еще один чертеж сраный. Ясно. То чувство, когда падают чертежи. 14 чертежей, ребят, чтобы вы понимали. Ну. Ну. Ну, пожалуйста, ну, умоляю. Ясно. Я уже 3000 потратил, 2 камня осталось, ребят. Я угорну, если я сейчас не выбью. Ну давай вот еще один. Я же 2000 потратил. В общем, в сумме мне падает камень на 1200, на 1300 алмазов. На 1300 где-то алмазов. Один камень. Но это у меня так. Сейчас еще вот это гетнинг. Ну блин, что за дерьмо мне падает? Я не понимаю эту игру. Ну давай. Реально падает дерьмище, алло. Куда позвонить? Арена? Арена? Хорена? Не, я, конечно, все понимаю. Не, ну я, конечно, все понимаю. Может, пощелкать надо? Вот, я щелкаю. Алло, я щелкаю. Окей, давайте еще раз. Спасибо, игра. Ох, 3000 алмазов, просто никуда, 2 камня вывел. О! Давай еще раз, пожалуйста, пожалуйста, давай. Ясно? Понятно. Но есть камень, еще один. Последний камешек остался, ребят. Последний. Просто последний камень. Чертеж упал. Понятно. Окей. Я вас понял. Угу. Ясно. 4000 алмазов, ребят. 8000 было алмазов. Ребят, мне нечего больше сказать. Я когда кручу инкубатор, это просто какой-то бред. Остался последний камень, чтобы выбить. Он просто тупо не выбивается. А знаете почему? Потому что я лох. Хоть раз мне что-нибудь повезло, никогда. Просто никогда. Ох. Грустно. Давайте еще раз. Давайте сейчас, пожалуйста, я тебя умоляю. 3800 уже. Спасибо. Спасибо, я тебя благодарю. Я тебя благодарю, игра. Спасибо тебе большое. Все. Все, я выбил. Погнали сразу же входим. Обменять. Обменять. Изи. Самый главный набор. Самурая. Получить. Открыть. Нет, не буду открывать. В коллекцию. И последняя еще девушка. О, да. Обменять. Получена редкая вещь. Окей. О, да. Все, ребят, я выбил весь инкубатор. Это было тяжело. Это было реально тяжело. Давайте на склад. Набор. Первый, второй. Это было максимально тяжело, ребят. Офигеть. Раз, два. Где еще два? Эй, где вы? Я их не вижу. Вот они. А еще два. Еще вот один. Точнее, я один открыл, чисто для себя. Мне это было максимально тяжело. Ну и так, ребят, как я и обещал, давайте в магазин. Также в подарок. Ничего нового, да, у нас. Что же подарить тебе, братан? Что же тебе подарить, чтобы тебе было приятно и хорошо? Эх, жалко убрали эту тему, ну ладно. Так, а может набор крови вино? Хотя нет. Ладно, давайте опять набор полицейской, ребят. Да, давайте набор полицейской опять же. Последний раз, наверное, буду ее разыгрывать. В общем, все условия
Вы сейчас увидите, разыграем для вас набор полицейский. Надеюсь, вам это понравится и досмотрите видеоролик обязательно до конца. Но условия проще простого. Главное быть подписанным на мой канал, поставить колокольчик и под этим видеороликом можете просто спамить комментарии. Главное, чтобы они были положительные комментарии и с айдишником. Положительный комментарий, айдишник, и можете именно спамить. Я просто рандомно выберу победителя. Просто рандомно. Поэтому, ребята, спамьте, и главное, быть подписанным. Вот это вот вообще самое главное. Все, ребят, вы самые лучшие, всем удачи, всем пока. Еще раз, ребята, вы самые лучшие, всем пока. Если в катках надоел вкус спермы на устах, то чего же ты стоишь? Закажи, будь на бустах. Ссылка в описании.